Всем привет, мои маленькие любители ужасов. В прошлом видео я рассказывал вам о видах призраков, а сегодня я расскажу вам о силах и способностях призраков. Начинаем. Невидимость. Первоначально все духи невидимы, но если сильный призрак захочет, он сможет стать видимым. Для этого ему необходимы тренировки. Пока призрак невидимый, он нематериален, следовательно, нанести физический урон он не может. Телепортация. Если призрак сильный и не привязан к месту, то он может перемещаться в разные места планеты. Телекинез. Сильные призраки способны двигать предметы даже без помощи рук. Например, швырнуть в вас вилку или нож. Или уронить кастрюлю на кухне, пока вы спокойно спите в другой комнате. Убийство одним касанием. Некоторым призракам достаточно прикоснуться к человеку, чтобы убить его. Также они могут напугать человека до смерти. Одержимость. Особо сильные злые призраки способны вселиться в человека, подобно демонам. У одержимого призраком человека из ушей льется зеленая эктоплазма. Электрокинез. Призраки обладают способностью контролировать поток электричества, создавая помехи в оборудовании, а также делать перепады напряжения, взрывать лампочки. Биокинез. Некоторые призраки могут влиять на организм человека. Например, они могут заставить человека почувствовать внезапную острую боль. У вас было такое? Если было, значит, вы живете с призраком. Сверхсила. Призраки обладают огромной силой. Известны случаи, когда призрак отталкивал человека на несколько метров. Поглощение призрака. Особо умелые и могущественные призраки могут поглощать других призраков. Поглощая другого призрака, они становятся сильнее. Ярость. Находясь в сильном гневе, призрак неосознанно может вызвать значительные катаклизмы в радиусе до 10 метров. При этом могут выбиться окна, огонь в камине вспыхнуть на короткий промежуток времени, а вещи летать в произвольном направлении. Со временем призрак сходит с ума, и даже небольшая вспышка ярости может привести к подобным последствиям. Сегодня я рассказал вам о силах и способностях призраков. В своем следующем видео я расскажу вам о слабостях призраков. Расскажу вам о том, как победить призрака. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам сладких снов.